Перервинская ГЭС, гидроэлектростанция на реке Москве в городе Москва, в районе Печатников, входит в систему канала имени Москвы. Одна из электростанций канала является частью Перервинского гидроузла. ГЭС построена по рословой схеме. Состав сооружений ГЭС – бетонная водосливная плотина длиной 164 метра и наибольшей высотой 18,5 метра, одниточный однокамерный судоходный шлюз, подводящий канал, зданий ГЭС закрытого типа, отводящий канал, мощность ГЭС 3,52 мегаватта, среднегодовая выработка 9,45 миллиона киловатт-часов. В здании ГЭС установлены две поворотно-лопастных гидроагрегата мощностью по 1,76 мегаватта, работающих при расчетном напоре 4 метров. Перервинский гидроузел обеспечивает судоходство по Р. Москве. При строительстве ГЭС была разобрана старая деревянная перервинская плотина, построенная в 1870-х годах.